Работы по наведению порядка на пляжах Бреста в этом году начались еще в апреле, но разговоры о том, чтобы привести в надлежащее состояние, прежде всего центральный пляж, шли давно. А потому сотрудники коммунальных служб совместно с ДЭПом и Асфодом взялись за дело с упорством. Фронт работ предстоял довольно обширный. Название этого пляжа «Центральный» – это один из первых пляжей, которые мы в этом году, в текущем году, приложили усилия в рамках грядущей, наверное, концепции развития и ремонта пляжей в городе Бресте. Поддержание пляжей на территории города Бреста занимаются коммунальные службы, в основном это Брестское дорожное эксплуатационное предприятие, то есть работы ежегодно по наведению порядка и подготовку пляжей проводятся нашими коммунальными предприятиями, и на сегодняшний день задействованы несколько коммунальных предприятий по улучшению эстетического и санитарного состояния конкретно этого центрального пляжа. Сегодня работы по благоустройству центрального пляжа подходят к своему логическому завершению. Чтобы вывести центральный пляж на более высокий уровень, сотрудниками коммунального предприятия был проделан большой пласт работ. Установлены 40 новых шезлонгов и лежаков оригинальных конструкций. На подходе еще порядка 20, чтобы хватило всем желающим. Чтобы все красиво расположить, пришлось спилить два больших дерева, которые были в аварийном состоянии. Зато выросло с десяток тенеобразующих навесов, напоминающих зонты в виде цветов. Для желающих спрятаться от солнечных лучей или укрыться от неожиданного дождя. Не обошли вниманием и юные гости пляжа. Для них уже готова детская площадка. А вот в планах появление воркаут-площадки для почитателей фитнес-тренировок на открытом воздухе. Вход бесплатный, это общественное место городских территорий. Установлены по периметру этой территории установлены калитки. А также при необходимости для заезда техники установлены ворота на данную территорию. Мы еще работы не закончили, то есть в любом случае еще подвоз песка на данную территорию планируется, перенос волейбольных стоек с учетом пожеланий горожан будет размещены в более удобные места. Ведутся работы по поводу размещения душевых колонок. Наверняка большинство брещан заметили, что центральный пляж обнесли ограждением, а все для того, чтобы отделить его от других менее благоустроенных участков берега реки Муховец, показать, что это централизованное место для безопасного отдыха. Есть ряд практических аспектов. Например, будет затруднен доступ для бродячих собак, а также домашних животных, которые гуляют с хозяевами вокруг пляжа. Потому теперь отдых будет не только комфортным, но и безопасным. Я раньше тоже, как мне сказали, будет забор, все. А потом понял, для чего он создается. Для удобства, для людей. Потому что были здесь навесы какие-то, все. И вечером приходили люди, погулять, выпить, все. Вечерами сюда выгуливают собак. Это как-то антисанитария, в общем. И то, что сделали, я сначала тоже немножко сомневался, а потом понял, что это для людей, для того, чтобы было чисто, чтобы было аккуратно, чтобы эти шезлонги на ночь будут закрываться, никто, не будет сюда ходить. Все новое, уютно стало, как-то больше места. Там лежаки, они всегда заняты. В принципе, с каждым годом все-таки пляж обустраивается и в лучшую сторону. Сегодня можно с уверенностью сказать, что наступающий купальный сезон будет соответствовать как комфорту, так и безопасности для наших граждан.